Давай до Ванхорна возьму ружье. Зачем? На всякий. Не надо. Знаете, учитывая, если мы можем найти этих ребят, я думаю, что... Вдвоем, если не надо. Пойми, я без ружья себя чувствую. Как будто я не в безопасности, мать твою. Но с нами же рядом шериф Дик. Тоже верно. Знаете, когда он рядом, я чувствую себя достаточно спокойно, защищен, в безопасности. Добрый день. Здравствуйте. Здорово, мужик, ты чё тут? Да, вот, стою. Ой. Здорово, мужик, ты чё тут? Да я тут жду просто парочку людей. А ты чё? О! Вы чё, суки, а? Блядь! О! Вы чё, твари? Это что за нахуй? Всё хорошо, господа, помогите! Гнида! Вы чё? Вы знаете, с кем вы связались, твари? Блядь! Это же наши Великого Запада, что вы делаете? Ублюдки. Мистер Мэтью, уберите свои ноги с меня! Слушайте, меня зовут Анхель. Я очень известный охотник за головами. Вы, конечно, обо мне слышали. Какие головами? Чёртовы блюды! Так, мужики, давайте так. Тихо, девочка, тихо. Я не девочка, порядок. Понял. Не жди, пожалуйста. Мужчина. Твою мать, ты кто такой? Нет, что за тебя так платят? Я пос... Кто ты такой? Расскажи. В смысле платят, мать твою? Ложись, маленький. Я вообще не слышал, не понимаю. Тварь! Я тебя предупреждаю, если ты проникнешь... Вы попали в очень большие неприятности, парни! По-моему, это вы попали! Как тебя зовут? Элай Свонсон меня зовут! Отлично, значит, я не ошибся. Шучу, меня не Элай Свонсон зовут, я тебя наврал! Энтони Хопкинс! Привет тебе от семьи Мёрфи, придурок! Мёрфи! Сукины ублюдки, я думал, мы вас всех истребили, нахуй! Ты думаешь, все добывается? Ты думаешь, все в этом мире так просто? Ни черта подобного! Твою вы мать. Заплатите за всю кровь! Слушайте, вы люди честные. Пока ты в моих руках, ты жалкий вы пентюх! Абсолютно. Давай договоримся, слышь! Забудь, что все, что было, это было раньше! Но теперь все, что происходит, оно сейчас! И... Сейчас мое время. Сука. Заткнись. Блядь, шериф его в заруине сейчас. День добрый, господа. Стойте. Становитесь. Стою. О, господи. А че это у вас человек-то связанный? Я охотник за головами. Если парагондра не путаешься! Здравствуйте. Чего пута? Видите, ну, это преступники, ну, очень честные. Везем их в Валентайн. А че вы их с Лемойной везете в Валентайн-то? Ну уж поймали их тут. А че, так это вы на территории Лемойна поймали. Так что надо было ко мне везти, зачем их в Валентайн-то везти? Заказ, потому что поступил из Валентайна. Документ есть, где могу посмотреть, что на них охота объявлена? Документ есть. Можете посмотреть в офисе шерифа Валентайна. Вы собрали их эти... Но нам не дали. Ну так если не дали, то как это? Мне с вами в Валентайн скопать что-то? Шериф, ну так... Давайте разъедемся. Можно с вами переговорить? Ну давай переговорим. Все, езжайте. Все, первое. Ладно, молодец. Я теперь уже не так сильно хочу тебя убить. Да вы кто такие, мать вашу, кого хера от вас шериф-то отъебался? Время идет, а лицензия на охотника за головами получается за 200 баксов. Долго еще ехать? Сука. Да недолго еще, Анхель. Да куда вы нас везете-то, блядь, а? На ферму. На какую нахуй ферму? Хорошую, заброшенную. За ней надо поухаживать. Твою мать, и что тут на ферме? Тут даже нихера нет! Вот именно! Зато теперь здесь есть вы!
И что ты предлагаешь нам делать на этой ёбаной ферме? Вымаливать прощение за грехи. Оп, иди сюда. Бля. Нет, 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 нет. Нет. Блядь. Сука. Теперь слушай меня внимательно. Ублюдок. Я тебя развяжу. Ты разденешься. Только рыбнись. Сука. Блядь. Давай. Потихонечку. На. Блюдки. Двигай в дом. Бежишь, пристрелю. Штанишки-то где? Батя, меня не трогали пока что. Тебя не ебли? Нет. Брат. Батя, развяжи меня. Я не могу, у меня нет ничего, ножа нет ничего. Зубами цепись в узел. Спасибо, Мэти. Видел, Ангель? Наши малыши уже развязались. Давай, он зубами. Да я и это, просто развязал его и все. Почему? Мы же были такими друзьями. Пожалуйста. Не трогайте Томаса. Извините, моя честь — это все, что осталось у меня. Мужская честь, мужское достоинство. И никто не вправе на него посягать. Я понимаю, что сейчас, ну, не тот у нас, так сказать, этот самый выбор. Но тоже поймите нас, мужики. Давайте мы вам, блядь, я не знаю, дом приберем, ферму тут, я не знаю, что угодно, черт возьми. Ну, что скажете? Только развяжите его. На улице отличная погода, чтобы поработать. Да, давайте, наверное. Там лошади насрали, уберите за ними. Твою мать, а. Сука, хаглю. Какую-то лопату. Зачем мы тебе лопаты, да если вот. Бог дал тебе руки? Вот лопата. Блядь. Ух ты, блядь. Блядь. Я думал, просто в голову. Сука. Томас! Дерьмо выкину. Томас, только не в колодец! Не выбрасывай дерьмо в колодец! Блядь! Томас! Томас, ты в порядке? Мальчик. Томас. Кажется, я повредил себе позвоночник. Томас, вставай. Во-первых, брат, не паникуй, мать твою. Не паникуй. Приди в себя. Я видел в доме топор и мачете. Нужно просто дождаться момента, пока они уйдут в дом. Или пойдут спать, или еще что. Я не хотел, чтобы так все закончилось. Ой, выбирайся. Это мой друг. Нормально, мы это дерьмо туда скидывали. Ух ты, блядь! Мы так и поняли. Помоги мне, мать. Вставай. Как он не сломал себе ноги? Уже Мёрфи. Так а что они натворили вообще? За что их надо насиловать и убивать? Вообще эти говнюки. Да не надо, парни, нас насиловать. Мы выживали из Ванхорна, из этих мест. А мы уже забыли все, пойми. Да уже это было в прошлом, пойми, Мёрфи. Мы забыли все. Вы знаете их? Нет. Первый раз вижу. Но на мужелошцев они похожи явно. Нет. Это таракан усатый, черт рыжий, больше похожи. Как здесь оказались? Кто вас послал? Ты слышал? Дождь был, мы погреться хотели зайти. Да, ебите их, не нас! Они молодые, они узенькие! Слышал, он хотел свою голую маму. Да не хотели мы ничего. А, блядь! Пойдем их в амбаре привяжем, чтобы не мешались пока. А с этими развлечемся.
Да твоя мать наверняка шлюха. Ладно. И отец твой, Жигало, подрабатывает в конюшне. О, блядь. Хочешь умереть? Ай, блядь. Чуть-чуть смыть грязь. Ой. Блядь, достань его, достань, он же задохнется. Как ты смыл? Толкнуть можно меня чуть-чуть? Толкнуть? У Мэнти очень вонючий зад. Не убежи. Мы дадим вам 50 соворотков. Пойдем, пойдем быстрее, я уже хочу вкусить. Мэнти, нам нужно что-то Томас, делать. Томас, твой член упирается мне в задницу, мать твою. Надо что-то придумать. Что-то придумать, блядь, для начала как развязаться, черт возьми. Вон кусок дерева, видишь? На земле лежит. Сейчас я... Оп, рукой его. Блядь, иди ж ты сюда, сука. Давай, Мэтью, я тебе помогаю, сука, давай. Давай, Мэтью. Взял, взял. Взял, стой! Стой, не рыпайся, а то выпадет! Стой, не рыпайся, а то выпадет кусок, я взял! Что это? Это револьвер или что? Где? Или это твой член, твою револьвер, мать? Это мой член, я говорил, трение очень сильное, Мэтью. Видимо, твоя деревяшка не помогает. Да я еще ничего не делал, подожди. Знаешь, что я вижу? Кусочек дерева! Давай, оп! Давай. Рукой! Давай! Отдел! Давай! Давай, тру тебе! Давай, три! Тру, давай! Батюк! Развяжи меня! Они с батю шли быстрее! Развяжи меня! Развяжи меня его, развяжи! Развяжи его, тварь! Сиди тут, понял, болец! Но у меня руки левой нет, у меня посмотри! Че у тебя руку оттяпали? Кость торчит! Нет, кость! Твою! Тут сиди! Тихо открываем дверь. Заходим. Главное не скрипеть. Делаем все очень тихо. Сейчас до шкафа. Я даю тебе топор. И режем ублюдка. И забираем свои вещи. Вали. Держи. Эй, ублюдки! Доброй ночи, нахуй! Давай, забирай! Забирай вещи! $3 у него было! Чёртова тварь! Надо захолотить нахуй двери, чтобы их не нашли! Дом и так заброшен! А давай, оп! Этот? Я понятия, блядь, не имею! Они нас кинули, видишь, сами! Надо найти руду. Мне кажется, они его скинули в колодец. Там ничего не видно. Спустись. Ай, Рудольф. Ты что там, Мэтью? Мальчик мой. Он там. Там... Мэтью! Нету его там. Валим отсюда, уберем лошадей. Где еще одна лошадь только? Прыгай! Твою мать, быстрее до Ван Хорна. Абрахам, хороший конь. Тупой, правда, сука. Я бы тебе сказал, что толстый бастрю, у него мышцы какие. Да тебе кажется, и ты, блядь, меня-то не учи, я знаю, я же знаю, когда конь толстый, а когда нет. Да посмотри, конь мускулистый. Жопа-то у него толстая. Я бы тебе сказал, по-моему, в меру ты, даже у него... Ты не понимаешь ничего, идиот. Все в меру накачано. Едут! Руки нахуй. День добрый, джентльмены! Руки, мать вашу! Руки, сука! К повозочке. В сторону повозки. Парни, нам не нужны проблемы. Тогда не заставляй меня их делать.
повозочки. Открывай эту херову повозку, черт тебя дери! Спокойно, спокойно. Так, открывай, открывай, быстрее, без лишних глупостей и движений. Открывай! Открываю, открываю. Отлично, выходи. Кандалы с него снимай! Кандалы снимай с него! Тихо, тихо. Все, все. Не горячиться. На лошадь, на лошадь! Нет, стой, идиот, стой! Будет немножко неприятно. Твою мать, я... Валим! Извиняюсь за грубость, но... Реальное преступление. Кто? Джигли? Где папа, блин, дамбур? Папа, блин. А все, он мертв. Да не плачь, сука! Его убил дядя Мэтью. Долбоёб. Потому что ты не вернул дяде Мэтью $50, а мне 150. Не правда, блин, папа с Ронда убежал, блин. Потому что твой папа с радым уже ложится. Неправда. Сука. Все, пусть отдыхает, мальчонка. Слышь, что, Ник, иди сюда. Может, это изюм? Да что? Я... $60. Тварь, тварь, успокойся. Да, 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 все хорошо. Отвезем, может, итальянцам? Ну, у меня в банке 40, с собой 20. Двустволки. Завтра уже. Идем за мной. Быстрее. Вот, вот тут стой, вот тут. Вот тут, вот тут, где я стою, стой. Опа. Козел ты ебаный. Чё ж ты, сука, заставляешь меня? Нормально же было все, а, Дик? Чё ты делаешь? Отпусти, мне нельзя, у меня голова кружится. Он чё, нокнулся? Да ну нахуй. А, не, нормально. Ублюдок, пойти. Все, все нормально. Вот так будем наказывать ублюдков, которые не слушаются. А ну-ка, слышь, иди вон сюда. Куда? Вон, на бережок встань. Че там? Нормально там, как погодка? Бля. Только, да мне нельзя, у меня кровь в голову прильет, я могу это умереть, Мэтью. Да? Ой, блядь. Что происходит? Ничего, все нормально. Происходит непозволительно. Мистер Баблз, зачем вы так сурно шерифа Дика делаете? Что делаю? Ну, я что-то не так делаю, мать твою, а? Кусок ты дерьмо, да ёб твою маму, бля, ебал. Да че ты это сделал? Да чё они, а чё они, сука, позволяют себе, я вам бам. Я прикрою. Пиф-пам, бля.